Начать рассказ. В общем, еду по прекраснейшей живописной нашей степи, которую вырубили. Вот, в лесу еще, тут мотоцикл мой, все нормально. И, о боги, тут появляется жилой дом, вон там дорога, я выехал, получается, думал, в город. Ни хрена, я, оказывается, в Воскресеновке. Еще 22 километра только по дороге ехать. Я вообще уже устал. Вообще клево. Кататься клево. Дурик мой везет меня. Тьфу-тьфу-тьфу. Отлично. Вообще. Все качественное. Вон качественная надпись SkyTeam. Все пойдет. И в этот раз я, кстати, взял попить. Да-да-да. И, Вась, ты уж не обижайся, я взял твои наколенники и твои сандалии. А еще я подумал, надо, короче, брать мотоботы. Так что, Васек, я еще, пожалуй, тебе мотоботы буду брать.